Крестах появился новый остановочный комплекс. Его поставили на конечные 9-го троллейбуса. Монтаж закончили накануне. Это первая конструкция из 50, которые разыграли в конкурсе еще в прошлом году. Инвестор планировал приступить к работам раньше, но откладывал их из-за плохих погодных условий. Приблизительная цена такого остановочно-рекламного комплекса – 200 тысяч рублей. Агентством по рекламе в дальнейшем также будет нарабатываться вопрос по нахождению новых инвесторов. И с мая, начала июня мы планируем также отыгровку новых конкурсов по установке рекламных конструкций такого типа. В ближайшее время на остановках общественного транспорта на Московском проспекте появится еще два новых комплекса.